Сейчас вспомнила, что там же вообще жесть. Ну, по крайней мере, по новостям. К Саймону как симпатия появилась, честно, сама не знаю. Сама не поняла, как так вышло. Поверните налево. О, вы слышали? Это я просто по карте шла, у меня карта говорит, куда мне повернуть. Украина, привет огромный вам. Абу-Даби, тоже приветики. Ребеночка, ну, да, конечно, уже я готова к семье. Мы сегодня с клиенткой тоже разговаривали. Она говорит: Юля, не торопись. Ну, я понимаю, что все-таки, наверное, надо поторопиться, потому что 27-28 вот будет уже через пару месяцев. И как тебе кажется? Естественно, я не буду искать сейчас первого попавшегося мужика и тащить его в кровати и делать с ним детей, но хотелось бы. Далеко гости живут. Ну, это я так называю, я клиентки. У клиентки была. Вот, ну, я всегда к каждой клиентке, к которой прихожу, у всех такая домашняя обстановка. И такое у меня впечатление, что я их уже много времени знаю, своих клиенток. Все так по-добренькому, по-миленькому. Вот, ну да, я иду вот три. Саймон, общаешься? Поверните направо. С Саймоном мы недавно виделись, он был в гостях у нас, у Никиты. Вот, да, мы виделись. Ну так, что прям списываться, нет, мы не списываемся. Я тебе выше почему-то мамой сыновей. Я, если честно, раньше, ну, мечтала о том, чтобы... Хочу, чтобы у меня был один, я хочу, чтобы у меня было двое детей, как минимум. Вот. А сейчас, да, я бы тоже хотела, чтобы у меня был сынок. Капец, блин, Рим. Держитесь, реально. Очень все это страшно, конечно. В Москве еще, надеюсь, и не будет такой ситуации, как там у вас. По навигатору шла домой определенное количество времени. Сейчас я уже знаю, как идти. Просто она мне подсказывает до сих пор. Я не вышла из него. А что, слышно, да? Слышно вам? Google карты. Я просто думала, когда ехала к клиентке на такси, я думала, что я запомнила дорогу. А оказалось, нет. Я вышла, прошла до перекрестка и понимаю, что я вообще не помню, куда дальше идти. И мне пришлось скачать карту. Вот. А сейчас я зашла в прямой эфир, просто не вышла из приложения. Прикольно поболтать. А оказывается. О, мне так приятно. Спасибо большое. Донбасс, привет. Приветик. Здравствуйте. Как дела? Хорошо. А у вас? Да ничего, у тебя какого числа день рождения у тебя? О, я не помню, забыла. С днем рождения, говорит, будет меня поздравлять. Короче, он реально просто ненормальный. Фу, блядь. Господи, я шаг прибавила. Какие поклонники ему лет 50. Он невменяемый просто.
Да мне вот, все, вот мой дом. Я уже дошла. Беги домой. Переживаете, да? Да там уже не страшно. Значит, приеду. У меня на самом деле... Короче, я посижу пока на лавочке 5 минут. С вами поболтаю. Так. Фуф. Я работаю мастером по маникюру. Мне очень нравится. Я жалею о том, что я раньше к этому не пришла. Вот. Так, короче, ребят, буду заходить домой. Потому что я сама хочу кушать. У меня кошка хочет кушать. Приглашаешь к себе. Ладно, ребят, все, прощаюсь со всеми, всем хорошей ночи, приятных снов, не скучайте, была рада с вами поболтать, спасибо, что проводили меня до дома. Целую. Так, подождите, у меня телефон.